гости. Представляю вам разработку, сулящую переворот в военном искусстве. Желтый шершень. Нет. Желтый шершень – это многоцелевой боевой комплекс, позволяющий оператору менять свои размеры для достижения максимального преимущества над врагом. Мы живем в век, когда наше оружие не способно обеспечить должной защиты из-за постоянного наблюдения врага. Пора вернуться в те времена, когда можно было противостоять угрозам для нашей свободы и наших ценностей. Желтый шершень способен решить исход противостояний в любых точках геополитического ландшафта, оставаясь невидимым. Эффективен как для упреждающих ударов, так и в открытом конфликте. Области применения включают разведку, промышленные диверсии и ликвидацию препятствий на пути к миру. Один единственный желтый шершень предлагает пользователю глобальную сферу защиты его интересов. Недалек тот день, когда армия желтых шершней создаст на планете условия для всеобщего процветания и благополучия. Желтый шершень. Значит, оружие. Не просто оружие, Фрэнк. Это оружие миротворца. Что, тебя не впечатлило? Отчего же, я впечатлен, но больше встревожен. Представь, что могут сделать наши враги с этой технологией. Нужно об этом подробно и обстоятельно поговорить. Я очень ценю твое мнение. Спасибо, что пришли, Хоуп. Всем большое спасибо. Я провожу вас к выходу. Спасибо.